В США 50 лет назад проповедник Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую на весь мир речь «У меня есть мечта», признанную шедевром ораторского искусства. Сегодня в Соединенных Штатах отмечается День марша на Вашингтон. Борец за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг шел во главе 250 тысяч человек. У памятника президенту Линкольну, отменившему рабство, Кинг произнес свою речь, после которой уже миллион американцев потребовали покончить с сегрегацией и уравнять в правах всех граждан страны. Я бродил здесь и читал цитаты из речи Кинга. И несмотря на то, что они были сказаны в другое время и в другом контексте, эти слова до сих пор уместны. Они еще больше затрагивают сердце, особенно если задуматься, что в США сегодня правит чернокожий президент, говорит житель штата Северная Каролина. Через год после марша Мартин Лютер Кинг был удостоен Нобелевской премии мира. В США был принят закон о гражданских правах, запретивший расовую сегрегацию в общественных местах. Мартин Лютер Кинг был убит в 1968 году.